Добрый день! Тут я, Игорь. Следуйте видеопригляд о проекте Skyway в домашнем формате. В том-то выдании увидите. Заместнанцы конструкционной канцелярии шасси порасправали о новом окружении при 25-местной Юнибус. Вышло видео о том, какие материалы сопоуживают при изготовлении интерьеру, а экстерьеру до парадных простредков Skyway. Инженеры конструкционной канцелярии комплектизация порасправали о том, аку улогу зограла их отделение ВВВ Skyway. Позримося на тето удалости подробнейше. Вышло видео о пневматическом отпружении при подвозе к юнибусу при 25 сестуйцах. О новом вывоевом продукте порозправали заместнанцы сполучности Юнинский Стрин Технологис с конструкционной канцелярии шасси. Подле слов инженера-конструктора Александра Грибова, одно из главных характеристик нового отпружения – гладкая язда. Забеспечує ее специальная конструкция пружин, которая умужнює досягнуть таку гладкую язду, акома особный автомобиль бизнес-триеды. Тото нове отпружение теж докаже в доправном простередку удержавать стабильну вишку подлаги. Так буде наступование, а виступування з юнібусу іще погодніше, а до праву Skyway буду мусти виуживати людя з здоровотним постігнутим. Окрім того, Александр Грибов повідомив, що нове отпружение уже є намонтоване на подвозку будуцего 25-местного юнібусу. По докінченні цілий монтаж і подвозок додаю на отестування до екотехнопарку. Целое видео найдете на отказе в пописи под видео. В новом видео шеф конструкционной канцелярии «Каросерия» Евгений Жичко порозправал, аки материалы совуживаю на изготовление интерьеру, а экстерьеру возидел струновой доправы. После слов пана Евгения, в доправных простредках Skyway совуживаю материалы, которые снижую уровень глуку, а звышую пожарную беспечность. Один из таких материалов совыужил в «Юникаре». Наношаться специальный повлак, который в припаде пожару начнет пенить, а сдержит горение аж до 30 минут. Пан Евгений нам указал взорку материала, с которого сороби повлак в струновой доправе. Ако тверди специалиста, тенту материал важи о много менее, ако подобный с древа, а е не горлявый. Окрем того, нам пан Евгений представил материал с названием парабен. Тенту будет выживать на изготовлении экстерьеру струновой доправы. Главные приятности парабену су – тугость, а легкость. Еще ряд подробностей о изготовлении интерьеру, а экстерьеру Skyway найдете в новом видео. Отказ є в пописи под видео. Вышло видео о праце конструкционной канцелярии «Комплектизация». Вивоєвої сполучності Skyway. Заместнанцы тохто отделения формулируют техническое задание, а взгляд будуцего доправного простредку. В новом видео ведуться инженер конструкционной канцелярии Денис Барышев порозправал о том, ако прибегав вивой доправного простредку Skyway. Вшеткоса зачина пожадавками заказника. Таким-то заказником может быть отделение главных конструкторов, алибо автор технологии Skyway Анатолий Юницкий. В дальшей этапе садопраці запої канцелярія комплектизація. Замістнанці канцелярії витвараю початочну скіцу будцево доправного прострідку в суладі з пожадованими параметрами. Днеса в канцелярії вивія 25-местний юнібус, а юніконти двох другов – завісний, а навісний. Подробніше о вивої юніконту порозправал ведуцей інженер канцелярії Євгеній Густейнов. Подля його слов, сапроєкт находза в стадію скіци о формулуванні технічних пожадавок. Припоминаємо, же 25-местный юнибус при особенную доправу, а юниконт планую представить до конца тохто року. Порозправал нам о том ведуцей отделение колаевых возидел Андрей Зайцев. Целое видео о конструкционной канцелярии комплектизация є в пописи под видео. То более приднешек, шитки справы. Пригласуйтесь на отбор нашего канала, а запнитесь у упозорнения, аби с не примешкали дальше видание. С вами был Игорь Луцевич. До видения, а на схледанного.